Здравствуйте, друзья! Сегодня к вашему вниманию майские мимолетные моменты цветения. Цветение кактусов, разумеется. Мамиллярия бакасана розеофлора. Малышка. Лабивия. Взрослый кактус уже. Дала очень много деток и активно цветет. Какая именно, не знаю. Еще одна лабивия. Похожа лепестками, цветом лепестков на предыдущую, но бутон растет другой. Бутоны сразу отличаются по строению. Не знаю тоже, какая именно, ребят. Гимнокалициум Фридриха. Обожаю его махровую серединку из тычинок. Красивый кактус. И цветет довольно продолжительное время и обильно. Приятная такая розовая краска, розово-кремовая. Пародия. Тоже не знаю какая, но любимица. Огонечек. На солнце блестят лепестки. Вот здесь сулькорибуция. Желтое радостное солнышко. Бутон растет. Я даже не знаю, что это теперь. Я поперепутывала все, потому что вот похоже тоже. Лабивия и эхинопсис. Неважно, посмотрим по цветению. Вот тут семена уже дала эпителанта микромерис. Не семена, а плоды. Вот такие плодики. Так, здесь цветы, которые сейчас не видно, но если есть желание посмотреть на цветение, заходите, пожалуйста, на мой канал в раздел сообщества. Там набор фотографий цветущих кактусов. И этот кактус тоже есть. Гимнокалициум оккультум. Так, здесь. Я хотела показать вам вот это гнездышко уютное, ребята. Там 4 птенчика. И гнездышко принадлежит дискокактусу. Дискокактус хорсти. Ночное цветение не сегодня, так завтра. Будем посмотреть. Так, на этой стороне пародия. Пародия Санагаста. 7 бутонов одновременно. Рядом с улькорибуцией тоже один бутончик на башне. Вот эта пародия, она имеет запах. И я сначала определила этот запах как лекарственный. Но я бы сказала, ближе к запаху йода. Ну, то есть такое. Вот таких 7 пестиков, набор тычинок и большой кудрявый объем лепестков. Замечательная пародия и очень быстро растет. Радость. Сегодня раскрыл один бутон точно. Гимнокалициум фланца.
Ну, мешают колючки. Мешают колючки раскрывать бутоны. Очень интересная серединка. Молодое вино виноградное. Посмотрите, какие лепестки интересные. Серединка, полоса салатовая, белые края. Ну и тычинки такие махровые. В общем, красота. Бакасана пытается набирать цвет мой новый гимноколициум, но не знаю, ребята, я на него не сильно не надеюсь, потому что только после пересадки хватит ли ему селенок. Но это ничего страшного. Лишь бы укоренился, все было хорошо. Ну и рядом тоже бутон развивает Эхиноцереус виридифлорус. Посмотрели мы все, ребята. Почему стараюсь показывать цветение? Потому что цветут очень мало по времени, не успеваешь иной раз сама заметить это цветение, потому что если на работе, то пропускаешь эти моменты, а их ждешь. Целый сезон ждешь, когда оно придет, это время, майское в основном, конечно же. Пишите, ребята, жду от вас сообщений. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Будем встречаться по уходу. Сегодня я не буду ничего рассказывать. Был полив недавно, буквально 2 дня назад. Была обработочка от клеща 11 числа, и 12 числа я подкормила свои кактусы и сделала полив. Вот так. Погодка благоприятствует, растения выглядят, в общем-то, замечательно, как я думаю. Это я так думаю, ребята, без ложной скромности. Но все, не буду вас отвлекать. Желаю всем всего хорошего, самое главное здоровья, мирного неба над головой. И чтобы все было хорошо. Пока-пока.